Волонтеры могут все. Студентка Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий стала победителем всероссийской экологической акции. Софья Клинцева представила на конкурс проект благоустройства внутреннего двора Чебоксарского техникума. Софья разработала ландшафт внутреннего дворика для родного техникума, где смогут отдыхать студенты и преподаватели. Здесь будут разбиты цветочные клумбы, установлены скамейки и малые архитектурные формы. Напомним, всероссийская экологическая акция «Волонтеры могут все» проходила с 1 июня по 1 декабря 2018 года в рамках Года добровольца в России.